Привет, друзья революционеры, настоящие. Я вот настоящий, никогда не сдуюсь, как фальшивые сейчас есть типа оппозиционеры какие-нибудь, артподготовки и Навальные, барахло они. И меня никуда не надо избирать никаким президентом, я уже президент прогресса, прямо сейчас. Вот обзор мандарин. Вы видите, цена была 70, это совсем недорого. Дата 22.12.16 год. Магазин Окей. Вот сами мандарины. Нормальные вполне, по мне. Но рассказать я хотел другое. Ну и тут вот они как бы со скидкой по карте. Ну дешевле, в общем. Не 70, а 50 или 40 рублей. То есть могу я найти чек, показать вам. Но поверьте, от 40 до 50. По-моему, даже 40. 40, да, точно. 40 рублей. То есть подумайте, 40 рублей. Картошку за столько продают сейчас. Ну, мытую, конечно, крупную. Репка 55. То есть вы, покупая товары, оплачиваете и директорам, и переводчикам, и бензин этим варюгам там московской банде этой. А в итоге получается все равно дороже, чем за рубежом. То есть можно перенести просто все сельское хозяйство, ну, в частности сейчас вот про сельское хозяйство говорим, просто перенести в другие страны, чтобы капусту выращивали в Сербии, в Марокко мандарины. То есть полная деградация всей экономики, в частности вот сельского хозяйства. Нафига вот оно нужно, если 40 рублей мандарины из Марокко, а даже те же самые сейчас огурцы, помидоры, которые в парниках выращиваются здесь, они от 100 там до 150, и сейчас они еще подняли к Новому году, просто взяли, подняли за один день. Огурец, который в пакетике был отдельный, 25 рублей, весит 300 грамм где-то примерно. Сейчас они их за 50 стали продавать, и сегодня я видел чуть ли не 60, то есть в 2-3 раза. То есть вам не нужна, вам не нужно государство, и вообще эта экономика, она не нужна. Только ее не поправишь, только сносить. На этом все, пока. Слава прогрессу. Это был Истинный Следователь. Смотрите, у меня есть новости. Обсуждаю райские новости, либо 600 секунд, я их называю. Всем пока.